Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и это видео я хотел бы начать со слов благодарности неизвестному герою, который прислал мне свою запись открытия контейнеров «Высшие хищники». Но почему неизвестный? Потому что единственное, что он написал, что он состоит в клане «Гром», и к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Клан у вас сейчас на экранах. И этот неизвестный герой прислал мне ссылочку, и я хотел бы ему сразу ответить на несколько вопросов в отношении того, что он мне написал в письме. Первое. Не переживай, я умею нарезать видео, поэтому то, что видео было длинным, это для меня абсолютно не проблема. Я вырезал все самое жирное, и сейчас мы все вместе это посмотрим. Второе. Я выполняю твою просьбу и передаю огромный привет всему клану Гром. Ребят, среди вас есть один зритель, который смотрит меня уже с 3000 подписчиков. Это уже очень-очень долго, и мне не помешает еще 98 глаз, еще 49 постоянных зрителей. Поэтому, друзья мои из клана Гром, обязательно присоединяйтесь к нашему каналу. Ну и еще, что хотелось бы сказать, так это хотелось бы сказать, что за вот такие вот видео я буду всегда благодарен, потому что самостоятельно контейнеры я открыть не могу, ну а соответственно могу показать ваши, и почему бы нам всем вместе это не посмотреть. Вот так, ребят, получается. Что касается того, что открывалось. Открывались, как я уже сказал, контейнеры «Высшие хищники», и ценник на данные контейнеры, ну прям совсем кусает. Если я правильно понял, а в принципе открывалось сразу все 30 контейнеров без докупа контов, то получается, что наш герой, он купил сразу за 60 тысяч золота, что для меня просто какая-то баслословная сумма, целых 30 контейнеров. И исходя из того, что здесь есть, здесь, ребят, есть десятки, и кроме десяток здесь больше ничего вы не найдете. Ну а 30 контейнеров, это дополнительно еще и в конце собранный талисман, из которого однозначно выпадает какая-нибудь машина. Что со всего этого получилось? Пожалуйста, смотрите, ну и обязательно пишите в комментариях свое мнение. А калькуляцию, как обычно, подобьем в конце видоса. Ну что ж, друзья, вот такое вот было открытие у нашего неизвестного героя, и, бро, я скорблю вместе с тобой, потому что ты потратил целых 60 тысяч золотом, из которых тебе выпала всего лишь одна машина стоимостью в 15 тысяч золота, и это был 121B. Это безумно грустно, потому что данная машина даже на аукционе не пользовалась популярностью, из 15 тысяч она спускалась вниз по цене, но я хотел бы тебя немножко, не то чтобы успокоить, но подбодрить тебя тем, что данное видео, оно является крайне-крайне полезным. Безусловно, для тебя оно обошлось очень дорого, и я это прекрасно понимаю, но ценность данного видео заключается в том, что зрители должны видеть все таким, какое оно есть. И не думать, что из каждого контейнера будут выпадать машины, что из каждой рулетки будет выпадать все только самое вкусное, и что порой можно всадить огромную сумму денег, в том числе и реальных, а в итоге не получить ничего. Как я говорил всегда и буду говорить, лучше покупайте машины сразу в магазине, нежели пытайтесь достать их из каких-то контейнеров. Ну а уж тем более тех контейнеров, которые за один стоит целых 1500 золота, ну а в итоге шансы выпадения, я бы сказал, не очень хорошие. Вот такое вот правдивое видео, и правда глаза колет, а кому-то режет карман и режет сердце, но, друзья, давайте не будем опускать нос, держать его по ветру,
Ну и, соответственно, давайте получать удовольствие от этой игры, вне зависимости от того, что порой с нами может в ней приключиться. Снимаю специально для вас, если вы за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать следующее видео исключительно для вас. Ну и, как обычно, друзья, от чистого сердца, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.